Робот Жора внешне напоминает героя мультфильма «Валли». Но вот занимается он не уборкой мусора, а проверкой теплосетей. Свою командировку в Ульяновск Жора начал с анализа главного магистрального трубопровода на перекрестке Урицкого Пархоменко. Впервые в истории дорога не перекрыта, а сроки работы сократились до 2 дней. Этот робот нам позволит оценить состояние самого трубопровода. Он делает как визуальный осмотр, камера у него очень мощная, с высокой степенью разрешения, так и контроль электромагнитного резонанса, который дает понимание о всех изъянах трубопровода самого, наличие либо коррозии, либо сварных швов деформированных, либо иных деформаций. Диагностика труб проходит в 2 этапа. Сначала Жора спускается внутрь, оценивает обстановку, проверяет наличие посторонних предметов. Один шаг робота равен 17 сантиметрам трубы. За час он может исследовать порядка 40 метров. Работу Жоры контролирует оператор. Наблюдать за тем, что происходит внутри труб, можно прямиком из этой кабины. Все передвижения Жоры видны на экране. После визуального контроля Жора возвращается обратно за магнитным модулем. Это 2-й этап работы. На трубу подается определенный ток, начиная там от 15 и заканчивая 50 ампер. Вот, создается магнитное поле. Датчики, которые стоят в магнитном поле, улавливают эти импульсы. И, соответственно, где амплитуда сигнала больше, соответственно, толщина металла стала меньше. Буквально через пару дней после визита Жоры запланированы гидравлические испытания. Если не провести анализ, труба может не выдержать. А как следствие – перекрытие дороги, ремонт и транспортный коллапс. Такое ноу-хау – новый опыт для Ульяновской области. И отнюдь не дешевый. Исследования обошлись в 200 миллионов. Если эксперимент даст положительный результат, Жора станет частым гостем на Ульяновской земле. Александра Никитина и Даниил Сурков. Управда ТВ.